Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Белюка следующая. Точка IG-7-GGN тонизирует орган тонкий кишечник. Итак, внимание, для того, чтобы более подробно вам, уважаемый зритель, знать, какие функции выполняет орган тонкий кишечник, загляните, пожалуйста, в анатомию. Сейчас это просто, практически интернет в каждом доме. Помимо всякой, скажем так, хлама, которая находится в интернете, можно еще подчеркнуть очень много разумного и интересного. Потому, если вы познакомитесь, за что отвечает орган тонкий кишечник, какие функции он выполняет, а он выполняет очень огромные функции. Ну, допустим, такая функция, как всасывание, то есть расщепление воды на грязную и чистую. Чистая вода идет на снабжение наших с вами клеток клеточного уровня, клеточный организм, и питает наши клетки на физическом уровне. А грязная вода, что выводится в мочевой пузырь, что выводит ее вон. Вот если, допустим, такая функция нарушена, то человек может заболеть таким тяжелым заболеванием, как водянка. Либо усваиваемость воды будет плохая, скажем так, и что? Нарушится обмен веществ. И человек что? Может, скажем так, избыточный вес появиться, ожирение у него. Вот, тонкий кишечник это очень, скажем так, орган, который, то есть орган относится к желудочно-кишечному тракту. Потому полностью усваиваемость пищи, которую мы с вами употребляем, вот та же возлагается на тонкую кишку. Потому помните, человек состоит из того, что он ест. И если у человека есть проблемы с тонким кишечником, и он не выполняет эти функции, и их нужно пробудить, то через точку IG-7-GGN вы можете что? Пробудить, либо протонизировать орган тонкий кишечник. Но здесь я хотел бы сказать вам, помните, уважаемые зрители, что не всегда выводы западной медицины и восточной медицины, они одинаковы. Иногда западная медицина вам скажет, что поставит диагноз, что функция тонкой кишечника органа слабая, а когда при диагностике 12 меридианов мы видим, что, допустим, меридиан и орган тонкой кишки воспалён. Потому здесь надо детально обследовать и посмотреть, в каком состоянии орган тонкой кишки и весь желудочно-кишечный тракт, чтобы привести его в норму. Но если функция слабая, когда, допустим, функция слаба тонкого кишечника, как можно определить? Ну, у человека плохая усваиваемость еды, либо пищу, которую он употребляет. Плохая усваиваемость. Частые запоры у человека. Часто, скажем, повышенное мочеспускание у человека. Могу ли я работать с точкой IG-7-GGN? Да, могу. Может ли человек при частых отравлениях и расстройствах желудочно-кишечного тракта и кишечника всех использовать точку IG-7-GGN? Да, может. Конечно, необходимо что? Знать еще в каком состоянии весь ваш энергетический баланс, потому как иногда приходит здоровый человек, оказывается он больным, а иногда приходит больной человек, а он оказывается лучше, чем, скажем так, ну, у него картина диагностики 12 миллионов намного лучше выглядит. Вот, потому всегда диагностика 12 миллионов дает нам с вами выводы, как работать с точками акупунктуры. И сегодня мы познакомились, что точка акупунктуры IG-7-GGN может что? Благоприятно воздействовать, активизировать орган тонкий кишечник. Спасибо за внимание.